Здравствуйте, уважаемые телезрители. Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому городскому округу информирует. За январь 2024 года на территории Ленинского городского округа произошло 29 пожаров, на которых погибло 2 человека. Пожары происходят по разным причинам, и часто они связаны с человеческим фактором. Это пренебрежением к мерам пожарной безопасности и безответственности действиями при эксплуатации печей, электрооборудования и электропроводки. По результатам проведенных проверок произошедших пожаров, основными причинами их возникновения являются неосторожное обращение с огнем, аварийный режим работы электросети или электрооборудования, а также неправильное устройство или нарушение правил эксплуатации печного или газового оборудования. Необходимо обращать пристальное внимание на целостность электропроводки, осуществлять контроль за работающими электронагревательными приборами, системами газового и печного отопления, не перегружать электросеть в своем жилище одновременно включенными мощными электроприборами. В целях профилактики пожаров по причинам детской шалости с огнем необходимо регулярно разговаривать с детьми об опасности игр с огнем. Одно из частых условий, способствующих гибели людей на пожаре, это позднее обнаружение пожара. В этом случае самым эффективным средством обнаружения признаков пожара на начальной стадии это установленные на потолке автономные дымовые пожарные извещатели, работающие на батарейках. Для получения большей актуальной информации по обеспечению пожарной безопасности в жилом секторе рекомендуем подписаться на телеграм-канал отдела надзорной деятельности. Для этого в мессенджере Telegram в поиске набрать МЧС «Видное». Напоминаем, что при обнаружении первых признаков пожара, запаха гари, задымления, необходимо незамедлительно сообщить о пожаре в пожарную охрану по телефону 112 и принять меры по эвакуации людей. С вами был начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Сергей Дежкин. Всего вам доброго. Берегите себя и своих близких.